После отпуска в отставку мэра Одессы Геннадия Труханова, который больше месяца не появлялся на рабочем месте, могут отстранить от должности. Прокуроры САП направили соответствующее ходатайство в Соломенский райсуд столицы. Антикоррупционеры настаивают и на аресте имущества городского головы. Когда рассмотрят дело, пока неизвестно. Не получится у Труханова и в очередную командировку за рубеж слетать. Свой загранпаспорт ему пришлось сдать. Об этом заявил адвокат мэра Андрей Лысак. Напомню, с 26 декабря Труханов ушел в отпуск, а затем совершил несколько заграничных командировок. 14 февраля по приезду в Украину его задержали в аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ и САП. По их данным, Одесская мэрия купила здание завода «Краян» по завышенной в десятки раз цене.